Так, только что записал обзор на первый день соревнований, так что всем бегом смотреть на Бусти. Да, ну казалось бы, второй спортивный, третий спортивный, на кого там смотреть, малыши одни. А оказывается, есть на кого смотреть и какие у нас малыши. Многие сегодня порадовали, но если кого-то отдельно отмечать, то, пожалуй, Ульяну Трушникову за презентацию. У нее тот самый случай, когда презентация добавляет именно изюминки в программу. Плюс есть воздушность, но она пока внешняя больше. В фундаменте ее не хватает. Отсюда вот такие более тяжелые движения, но при этом внешняя воздушность, казалось бы. Ну а лучшими сегодня были Алиса Барсукова и Илья Павлинов. И особенно учитывая их возраст, ну это просто что-то невероятное. У них одновременно есть и ход, и легкость, и раскрепощенность, чего обычно и не хватает. Илья больше отвечает за мощь и напор, а Алиса за мягкость и легкость. И в итоге получается вот это идеальное сочетание, когда все одновременно мягкое, нежное, легкое и раскрепощенное, но при этом чувствуется огромный запас и мощь. Вот это, конечно, здорово. Ну а полный обзор на все прокаты на Бусти, так что бегом все смотреть там.